Всероссийская акция «Декада спорта и здоровья» проводится в нашей стране ежегодно в период со 2 по 8 января. В это время было предусмотрено проведение разнообразных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. При этом внимание уделялось широкому охвату всех категорий населения, особенно детей и молодежи, а также творческому подходу к реализации запланированных акций. Не стало исключением и Карачаево-Черкесия, где в указанный период прошло множество турниров и мастер-классов. А центральное событие декады состоялось на территории поселка Домбай, который идеально подошел для проведения зимнего фестиваля спорта. Природа Карачаево-Черкесии, Домбая, где как не здесь проводить такие прекрасные соревнования для детей. Всегда мы рады, готовы проводить такие соревнования масштабные, популяризация наших зимних горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии. Мы за здоровую нацию, это наша будущая молодежь, наша надежда нашей страны, нашей республики. Участниками спортивного праздника стали сотни детей со всех районов Карачаево-Черкесии. Помимо того, принять участие в соревнованиях могли все желающие жители и гости республики. По словам организаторов, основной упор был сделан именно на воспитанников подведомственных учреждений Минспорта, так как наиболее важно пропагандировать здоровый образ жизни именно в молодежной среде. Ребята зарядятся бодростью, подышат свежим горным воздухом. И самое главное, это то, что они свой досуг проводят активно. Не сидят дома на диване за компьютером или там за телевизором, а именно двигаются, дышат, играют, занимаются, соревнуются, получают массу положительных эмоций. И сегодня это самое главное, это пропаганда здорового образа жизни. В рамках соревнований участники поделились на 12 команд, которые состязались в зимних видах спорта. Сначала прошли старты на ватрушках и коньках, где определились самые быстрые. Стоит отметить, что жесткой соревновательной составляющей здесь не ощущалось, ведь кругом царила очень дружеская и теплая атмосфера. Очень отлично, прям нормально сделали. Отлично, прям интересно. Детей заинтересовали тоже. Хоть один раз вывезли на такое мероприятие. Самыми зрелищными же получились соревнования по саночному биатлону, где участники сначала соревновались в скорости, а затем уже мерились силами в меткости стрельбы из пневматической винтовки. Пожалуй, одним из самых запоминающихся стало выступление команды Республиканской спортивной школы по гандболу. Мне понравилось все на сегодняшний день. Я очень рад, что министерство это все устроило. Большое спасибо им хочу сказать. Больше всего понравилось лыжные гонки, биатлон. Также спортсмены-любители соревновались в скорости при спуске на горных лыжах и сноуборде, а также поборолись в дуэли на снежках и в перетягивании каната. Но после активного отдыха юных спортсменов угощали горячим горным чаем и национальными блюдами.